Всем привет! Сегодня у нас на обзоре микроволновка от фирмы Маунтфилд. Для того, чтобы посмотреть на эту красотку в действии, мы сделаем горячие бутерброды. Итак, заранее я подготовила хлебушек, колбаску и сырок. Выкладываем это все на тарелочку, то есть соединяем и отправляем в микроволновку. В этой микроволновке нет каких-то замудренных кнопок, всего две ручки. Одна отвечает за режим мощности, а другая за таймер. Когда будет все готово, мы услышим звон колокольчика. Значит, наше блюдо готово. Мы сможем достать и съесть. Да. Буквально за минутку у нас уже весь сыр расплавится. Приятного аппетита!